Друзья, всем привет! Хочу познакомить вас с газонокосилкой Husqvarna LS48V. Ширина захвата газонокосилки 48 сантиметров. Мотор стоит Brick Stratton 650. Данная косилка 2012 года, покупал я ее бэушной. Значит, у нее привод на задние колеса. Вот на это нажимаешь, это у нее включение зажигания. Фильтр стоит бумажный со стеклышком, чтобы смотреть состояние фильтра. Мотор четырехтактный, бензин сюда чистый заливается. Также вот масло проверять. Объем 0,6 литра масляного картера. Высота регулируется одной ручкой. Вот. От 25 мм до 75 мм высота скашивания данной газонокосилки. Так, покупал я бэушную, я уже сказал. Вышла она мне, обошлась 25 тысяч рублей. Модель старая, она уже снята с производства. Так, будем делать техническое обслуживание на ней. Я уже фильтр заменил. Новый, свечка здесь новая. Я поставил свечку только что. Масло заменил. Масло здесь меняется. Надо необходимо снять вот эту штучку и поднимать косилку назад и сливать масло. То есть через вот это отверстие сливать. Не в бок, не вперед, а именно вот поднимать косилку и назад. Также, забыл сказать, здесь имеется вот также штуцер для очистки деки. Осталось мне на ней проверить приводной ремень и проверить привод на колесах, обслужить, сделать техническое обслуживание. Так, чтобы добраться нам до ремня, до привода управления, нам необходимо снять желоб, трубопровод, так сказать, по которому идет трава в сбор. В общем, надо нам вот это вот вытащить. Вот здесь вот стартер, ручка стартера. Здесь тоже ее вытаскиваю. И сюда. Так, здесь вот ключи под торкс 27. Здесь у нас гаечки десятка. Здесь внутри тоже стоят вот гаечки, их видно. Сейчас снимаем, откручиваем с двух сторон вот эти вот винты. Здесь две гайки. И снимаем. Откручиваем здесь. В общем, вот эти две гайки надо и вот эти винты. И снимаем уже желоб. Открутил гайки, вытаскиваем винтики. Их надо обязательно вытащить, ребят, чтобы желоб снялся. Винтики с гаечками. Здесь шайбы стоят. Их надо тоже не потерять. Теперь откручиваю вот эти винты. Открутил, ребят, с двух сторон. Там тоже там стоят самоконтрующиеся гайки и шайбы. И теперь снимаем желоб. Он вытаскивается, верхняя часть вытаскивается из деки. Вот вытащил, все, шайбочки упали. Их надо не потерять. Вот, вытаскивается, и теперь его можно снять. Вот. Сняли. Дальше снимаем вот эту верхнюю крышку.
Ключ Торкс. Вот 27-й уже здесь не лезет, здесь меньше. По-моему, здесь 20-й или 15-й. 25-й, ребят, здесь Торкс. Хотя, наверное, и там 25-й. Но налез 27-й, там уже кто-то, видно, снимал их. Подразбито было. Ребят. Откручиваю винты. Здесь и здесь. Так, эти винты я открутил. Остаются еще винты сзади. Сейчас еще сзади откручу, и крышку можно снять. Открутил винты сзади. Снимаем крышку. Тут винтик у меня. Снял крышку. Тут, короче, ребят, все в таком грязном состоянии. Сейчас я это все отмою. Вот у нас система натяжения ремня. Ремешок, конечно, в принципе, еще нормальный, но я закажу ремень новый на нее. Так, это все отмоется. С этим все понятно. Сейчас шлангом все это отмою и продолжим. Так, друзья, вымыл все тут. Систему натяжения вымыл. В общем, все тут нормально. Тут интересно сделано. Тут пружина еще стоит. Редуктор. Так. Значит, надо обслужить нам колеса, привода на колесах. Сейчас все разберем, снимем колпак и снимем колесо. Посмотрим, в каком состоянии привода на колесах. Колпак очень просто снимается. Вот отвертка, поддеваем его и снимаем. Дальше уже откручиваем уже болт. Головка на 17 здесь. И откручиваем уже болт. Откручиваем. И сейчас снимем колесо. Оно уже болтается. Вот. Вот, ребят, в каком состоянии привод. Это все сейчас тоже отмоем. Все будет отмываться. Шестеренки смажем, помоем. Это у нас регулировка высоты. Вот. Так что сейчас начнем это все делать. Друзья, в общем, отмыл я колесо. Очень трудно было вот это отсюда вытащить траву. Вытаскивал сначала так, вот муторная работа, конечно. Так, потом все отмывал. Вытащил, снял подшипники. Здесь один подшипник вот этот фиговенький, в принципе. Один нормальный, один фиговенький. Ну, сейчас смазочку у них аккуратненько забью. И сюда поставлю обратно их. Вот, ребят, аккуратненько снял пыльники. Сейчас вымою. Помою все это, вымою в бензинчике. И смажу два подшипника. Помыл, ребят, в бензине щеточкой. Их помыл. Сейчас смазочкой смажу. И будем устанавливать колесо на место. Есть у меня тюбик смазки. Достался он мне вместе с косилкой. Смазка для подшипников. Не помню, с какой только косилкой достался. Но мне его отдали только, по-моему, с 545-ю я покупал бэушную.
Или 343, по-моему, 545. Сейчас вот ее смажу этой смазкой. Подшипники, закрою их. Буду восстанавливать колесо. Так, ребят, сначала с одной стороны набил. Закрыл пыльником. Сейчас с этой стороны набил. И аккуратненько пыльником закрываю. Вот, все, пыльник на месте. Все, подшипник обслужен. Сейчас аналогично второй обслужу и буду устанавливать. Ребят, подшипники вошли плотненько. Здесь пластик. Вот. И вот главное их не прозевать, обслуживать вовремя, проверять подшипники. Хотя бы раз в сезон их надо проверять. Колеса вот это вот все мыть тоже. И проверять подшипники. Так, колесо готово. Сейчас приводную шестерню помою. Эту маленькую шестереночку сниму. И помою. Здесь вот колечко там внутри. Сейчас сниму и помою. Так, ребят, шестеренку я почистил. Сейчас на нее смазочку нанесем. В принципе, все. Колесо ставим на место. Ребят, немножко смазал смазочкой. У меня есть такая редукторная смазка. Смазал немножко смазкой. Сейчас ставлю колесо, затягиваю. И второе аналогично также обслужу. И уже соберу косилку. Все, в принципе, ребят, собрал. Колеса поставил. Все, кожух на место поставил. Емкость для сбора травы надел. В принципе, вот это вот ТО, считай, с 12 года оно не делалось, коса 12 года. По крайней мере, вот на моторе написано август 12 года. Вот. Считай, 7 лет. За 7 лет вот обслужился. Ну, в принципе, коса в хорошем состоянии, косилка. Ну вот, колеса требовали обслуживания, привод. Всем пока. Если какие есть вопросы, пишите обязательно в комментариях. Отвечу.